24 июня, приехали вот на первый мостик. Игнатий Иванович, Роман, Ваня, Никита, я тут тоже оператор, работник. Вот на Романовом джипе. Значит, что нужно сделать? Вот этот берег сделать точно так же, а его сделать нельзя, камень. А он придет, ему же надо, вот здесь он будет выравнивать. А как выравнивать-то? Никак. Здесь он должен одинаково снести все. Вот отсюда вот, и вода будет шире набрать. Я там подниму, и будет выравнять. Мне нужно вот такие же слои поставить здесь. А отсюда вывод какой? Давайте решайте. Куда что убрать? Недалеко. Хотя бы, ну вот только раз, два, три, четыре. Хотя бы метр на четыре. Он боком вот так вот заедет и берег скосит. Так-то машина там не может. Вот это брать. Да. Ну то есть сюда вот. Сюда. Сюда, да? Да. Вот это вот сюда выносить. Ну, можно маленько даже и сюда. Вот это вот сюда вынести. А сено. Маленько убрать здесь это, чтобы. Сено. Под ногами. Ваня. Да. Руками отгребай сено. Надо помолиться сперва. Сейчас помолимся мы. Так, это палатка. Под палаткой наши. Так, мы сразу начинаем сейчас провода затягивать. Лестница на той стороне, Никита раздевается, лезет, как он говорит, когда был. Вода теплая. И натягиваешь, а ты отсюда. Бери синий себе, одел. За эту. Май, возьми. Обхватить. Но сначала вот, наверное, надо перевести, чтобы новый. Так? Мы оставим хотя бы в конце вот эти вот, вот этот толстый оставим. Мы здесь, или вот этот какой-то тут, два оставить надо рядом. Дальше спиливаем, посредине оставляем еще один. И так дальше, почему? А потом прибьем жерди весной, когда вода будет идти, чтобы по жердям раз перешел. Жерди-то у нас вон какие, мы прибьем их прямо поверху здесь. Здесь вверху-то когда подровняешь, а остальное в самый низ. Но это мешать тебе будет лестница, надо ее маленько убрать. И в таком направлении. Вот так будет? Да, вот так вот пилить будешь, вот так вот. Вот так? Да. Не надо убирать. Не надо? Не надо. Ну, я не знаю. Так, ладно, пошел я, короче. Ну, надо ниже пилить, как бы, ниже. Ну ниже, ну жерди. Вот где? Жерди, выше жерди. Сколько? Вот он сейчас стоит где? Вот нет, никак. Выше жерди, но не намного. Нет. Потому что у нас камень еще пойдет. Ниже он не возьмет. Жерди-то не соскочит так? А? Жерди не соскочит? Нет, ну жерди сейчас вот и притягивает между собой. То вот провода вот эти натянуть. Здесь хорошо завернуть, помочь ему. Потом на той стороне, а там уже натягивать. Давай, я пошел, я пилу настрою, будем пробовать. Давай. А остальные кирпич, этот камень перетаскивать. Еще раз объясните, что я буду делать с проволокой. Сейчас с проволокой ты ничего не будешь делать. Сейчас мы камень будем убирать. Когда он отпилит, тогда будешь делать. Проволоку эту заматывать там. Намертво заматывать. А когда перенесем сюда лестницу, с той стороны начнете тогда затягивать ее. Проволока это должна соединить вот это между собой. Нищий, где у вас? Инструмент, все, идите сюда. Надо гвозди хорошо пробить. Вот эту жердь, чтобы она была прибита. Мы ее положили, даже не просмолили. Вот это беда была. Ну, как же так? Теперь уже она прибита, видать. Ну, посмотрим. Я думаю, правильно. Здесь не кидать, а вот сюда вот, в это место. Ты свое дело делай. Инструмент весь там. Поближе даже туда.
мы здесь все заблудили. Давай, сейчас пока тащим камни, Никита. Тащи инструмент. Пасмурная погода вот такая, до сих пор. Ну без дождя. Даже не трогать. Эта дорога туда пойдет. Вот всю эту кучу надо перетаскать. В то время мы не знали, куда заходить. Я хотел как можно ближе. Ну что, я заканчиваю, Игнатьевич? Да. Заканчиваю, да? Да. А потом мы... Вот продолжаем 24 июня трудиться с братьями тут. Куда на первом мостике. Вот. Тут камни перекидали уже часть, чтобы можно было потом бульдозеру подъехать, подвалить эту мину. Вот, и начали с Романом уже спиливать под, из косок. Ну ладно. Вот они как пошли. Давай. Это сделай по этим потом. Ходи. Ah!
сторону уходим. Вот это тоже можем здесь забить. Вот здесь вот. Больше там не надо будет. Так. Подготовить надо. Лестницу помогите перенести. А потом опять сюда надо нести ее. Проволоку натягивать. Чтобы один раз разделся, Никита, и хватило. Все. Вот что мы уже подготавливаем вплотную. Ты повыху приносил? Да. Ну нет. Вроде понизу. Все. Да лопата где здесь? Вторая. Давай. Подальше. Она не даст ее пилить. Нет. Откопайте еще. Не пойдет. Если бы на ту сторону положить, но она там утонет. Нам надо сюда. Будешь пилить. Уклон нам надо куда? Вот так? Вот так же, как здесь. Точно так, вот так пилить. Туда. Вот как здесь наклоняла от себя, а с той стороны надо снизу и не пойдет. Но маленько оттащить. Она лестница не даст себе пилить. Так, подожди-ка. Подожди. Сейчас, сейчас сделаю, Никита. А поднять ее? Все, давай. Перебегай. Хорош. Сумеешь достать, Никита? Роман, смотри. Попробуй. Ну все. Нам главное, чтобы уровень сохранить. И ничего не повредить. Так, отсюда начинай. Вот эту вот отпилишь, а вот с этой не хорошо.
что ее подпилить на всякий случай. Наискосок тоже, вот так вот, срезать.